Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сероде 0 плей, центральный округ. У них здесь Кирилл Путбулу, вы не забывайте водить по ним по регистрации. Ну что ж, чуваки, сегодня у нас новый видосик, и он будет довольно-таки обычный. Пацаны, я установил зимнюю физику в GTA RMP. Нихуя себе! Я, честно, я даже не знал, что такое даже есть, блять, что можно установить зимнюю физику в GTA RMP. Я это сделал, если вы хотите, чтобы я показал, как ее установить, там буквально, ну, минуты две у вас займет, чтобы установить зимнюю физику, там все очень легко, весит это немного, поэтому, пацаны, набираем под этим видео 100 лайков, и я выкладываю видео, как установить зимнюю физику. Поэтому все, пацаны, зависит от вас, я сниму видео, как установить зимнюю физику и как установить зимний мод, поэтому я надеюсь на вашу поддержку. Ну что ж, пацаны, давайте заведем. Я думаю, и прокатимся. Видите, у меня теперь вместо пыли такой снег идет. Видите, я думаю, это заметно, в принципе. Вот, как бы, типа, снег такой и так далее. Машина очень стала дрифтить, на самом деле. Вот, смотрите просто. Сейчас мы выйдем на дорогу. Она и так уже дрифтит довольно-таки жестко. Смотрите просто. Да, не пиздец, как, возможно, не ездить, как бы, спокойно. Поэтому можете не переживать. Вы не будете просто на месте стоять и буксовать. Я до такого дрифтился. У меня так сносила ось жестко, что я улетел в воду, мне пришлось перезайти. Поэтому сейчас мы заправимся, обязательно заправимся нашу Теслу. Сегодня Тесла наш подопытный кролик, так сказать. На ней будем это все проверять и дрифтовать и так далее. Видите, блять, это жестко реально. Ее трудно поворот теперь даже завести толком. Но зато это зимняя физика, пацаны. Там буквально пару файлов. Я думаю, вы легко сможете его установить, когда я вам покажу это. Все, пацаны, поехали дрифтить. Я реально дрифтил жестко просто. Так, давайте, видите, блять, реально жестко дрифтит, пацаны. Даже ее толком просто раскачивать начинаешь, и все, и она дрифтит. Блять, твою дивизию. Вот это жестко, пацаны, просто зимняя физика, пацаны, тащит. Это реально охрененно. Oh my. Конечно, трудно, я еще не привык к этому дрифту, потому что я в воду реально улетел. Но так, в принципе, она довольно-таки неплохо дрифтит вообще на изи. И я думаю, на любой тачке вы сможете подрифтить спокойно. Просто видите, как она боком идет. Бля, очково, очково, давай, давай, вывози. Фух, это было реально жестко, пацаны. Мне очень нравится эта зимняя физика, реально, это круто, пацаны. Это реально круто. И давайте попробуем на BMW поехать. Мне кажется, это будет жестко. Так, я уже, видите, это просто скользит. Пацаны, это просто скользит. Видите, это всю дорогу шлифует. Ой-ой-ой-ой-ой. Не-не, это, пацаны, это уже пожестче, я вам скажу, чем Тесла. Потому что ее жопу просто сносит жестко. Блять, это реально жестко, пацаны. Не, я думаю, вы сможете спокойно есть, как бы это я, ну, ее раскачиваю. Потому что, ну, как бы я хочу подрифтить. А, тормозной путь. Видите, какой, блять, большой теперь. Ёб твою налево. На BMW, кстати, она вообще еле-еле ускоряется. Давайте я вот остановлюсь даже. Смотрите, она не может выехать. Лол. Смотрите, это жестко просто. Так, давайте я иду еще раз. Давайте я еще раз попробую. Вот здесь мы остановились. Давайте я вот так скриншотик еще сделаю как раз. Давайте попробуем вот так вот заехать. Где это, пацаны, жестко. Она вообще не может выехать толком. Вот на ней, видите, физику теперь нормально вам видно. Типа на Тесле не так было видно. А вот на BMW это уже другое, пацаны, дело. Если еще не тросик включить, мне кажется, будет жестко. Ух ты, ебать, твою налево. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже, пацаны, видно. Вот это уже по кайфу просто. Так, давайте еще нитро включим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ее просто жопу так сносит, пацаны, жестко. Вот это по кайфу уже. Вот это реально по кайфу. Пацаны, я надеюсь, вы все-таки наберете 100 лайков, чтобы вы могли так бочком раздавать, как я, видите. Вот на ней сложно дрифтить, потому что ее ось заднюю тяжелее, ну, быстрее сносит, легче даже сносит, чем у Теслы. Поэтому здесь бочком... Не, пацаны, это не ракажу, просто я к ней не привык. Ее очень сносит, и поэтому надо будет потренироваться немножко. Но я думаю, вы суть, в принципе, поняли, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Повторюсь, набирайте 100 лайков, я снимаю видео, как установить зимнюю физику. Все, пацаны, всем пока-пока.